Эй, ребята, всем привет. Так, сегодня у нас вылазка в лес за грибами. Дожди идут. Лисичек я хочу. Лисичек нынче много. В тот раз ездил, я не набрал. Может, видели это видео, не видели. Не знаю, как я выложу. О, лисичечки. И в общем, сегодня грибы пособираем. Хочу лисичек пожарить. О, кто-то мусор выкинул. Смотрение. О, так у нас утилизируют. Целый мешок сюда приехал и бросил. Сейчас мы пособираем лисичек. Где там? Видно меня? Не видно. Я уже весь в поиске. Сюда обойдем. Что интересно будет, покажу. Сыро в лесу. Дожди идут. Фиг знает сколько. Может, тут медведя увидим. Или снежного человека. Хотя вряд ли, тут дорога недалеко. Сегодня у нас пятница, сейчас дачники вечером приедут. И все выберут, надо успеть, из-за этого уехал. О, сейчас по такой глине ехал, ребята. Я вам на обратном пути, наверное, покажу. А может, не покажу, если не забуду. Сейчас камеру на голову поставлю. И пособираем лисичек, что интересного найду, покажу. О, верест, сейчас верест вам покажу. О, такой верест здоровенный. У нас он редко встречается. Так, что он высох уже старый? 100 лет ему. Из него раньше мы луки делали. Вообще не ломается. Дерево интересно. Чаще в южных районах растет, а у нас не знаю откуда оно тут. Он попадается, но в основном маленькое, редко большие деревья. И из него луки. Ого-го, оно гнется. Можно узлы на нем завязывать. Дерево такое четкое. Так, где-то я лисички видел. Пойдемте, я вам покажу. О, квадроцикл лес загнал. О, я по такой грязюке ехал. Лисичек много. Вон они. По ним тут даже кто-то прошел. Наверное, я. А может, не я. Не знаю. Ну, мы пойдем туда. Так, ну что, путь. Набрел на черничники. Черника, она, говорят, от зрения. От зрения, для зрения полезно. Кто ест много черники, ну, для профилактики, может, для всего. Никто не собирает ее здесь, ребята. Чернику очень много. Можете видеть. Она вкусная, зараза. Ну, такое не мужское это занятие, ягоды собирать. Все равно более женственное. Женщины у нас обычно по ягоды ходят, мужики по грибы. Но съесть и... О! Ах, аж слюни потекли у меня. Хе-хе-хе. Ну-ка. Вот это да. Очень много. Сколько вкусна-то. Вкуснотища-то какая. Поганочки. Эти грибы есть и нельзя. Есть тут у нас товарищи, приходят в лес и не знают, что за грибы. О, белый гриб, что ли? Ни хрена не белый, бледная поганка какая-то. Как похож на белый-то. Так съешь и всем. Так, тут у нас синявочки. Синявки мы брать не будем, нафиг они нужны. Сейчас мы сходим за лисунами. Сегодня наши... В общем, цель лисички. Ну, может, если красные, воду еще красных соберем. Идем. Не прошло 10 метров. Хе-хе-хе. Лисички. Вон там еще. Сейчас я на голове камеру включу и пособираем. Пакет взял я с собой под лисички. Можно ходить. Конечно, с корзиной. Ну, что-то я. Я вот так их собираю. Как обычно. Так, что там? Видно, наверное. Поднять камеру немножко повыше. Да, видно, наверное. С корнями выдираю. Опять же тут к спору, что надо срезать. Всегда аргумент привожу. А если вы не соберете гриб, он же сгниет, все равно на месте. И что там, грибница, если он, думаете, сам гниет, не выгнивает.
Так что чушь это все. Собирайте, как вам удобно. И не слушайте всякие предположения. Можно их вырывать, а можно и срезать, кому как удобно. Я вырываю и что делаю? Чищу их, чтобы по грязи меньше было, чтобы дома меньше возиться, как обычно. Так, вот они, наши лисички. После дождя чистенькие. Они интересные, эти лисички. Так, что? Все? Ага, собрал. Они не гниют. Ой, червивые не бывают. О, собрал, вон прошел. Как я так собирал-то? На них стоял, наверное. О, наступил я, ребята. На гриб. И в общем, червивые они не бывают, вот эти лисички. Они бывают только переросшие. Ох, их тут столько много. Рано я еще приехал-то, ребята. Очень они маленькие. Растут они обычно всегда полками, не по одному, как видите. Что вы там видите? Да, все видите. Комары, надо набрызгаться. Вот они. Вечером будет у нас жареха. В тот раз я жарил грибы, я не знаю, показал, наверное, уже вам. И GoPro у меня упало в сковороду с подножки. Микрофон жиром залил, пришлось ее разбирать. Но, как видите, работает. Вот так. Так, муравейничек. Муравьи спят. О, еще какой-то гриб. О, муравьев столько. А бабок, что ли? Да? Не, не будем брать. Муравьев более много. Все, идем дальше. Скоро у нас костяника созреет. Вот такие ягоды. Сейчас вам покажу. Вон она, что из себя представляет. Костяника у нас зовут. О, аромат такой от нее. В северных, в Печоре вот я был, там, по-моему, ее называют морожка. Она немножко крупнее там растет. Если, ну, мне показалось, вот когда мы в лес ходили в Печоре, там такие ягоды собирали. И там они их называли морожкой. Кислая еще. Не созрела. А у нас ее зовут костяника почему-то. Ой, не туда на камеру наверил. Угу. Вот так она растет. Не знаю. Может, есть морожка, а может, разные культуры. Вам виднее. Нашел. Ребята. Так, там машина стоит. Тоже собирает, видать, грибы. Только в другую сторону вроде ушли. Здесь не слышно, что кто-то ходит. Квадроцикл я поставил на сигнализацию. Если что, заорет. Как умалишенные. Мы еще не дошли до места, я в тот раз его видел. К нему идем. Но я тут по пути еще лисички собираю. Большие уже, вот они такие должны быть. О, где там? Видно, наверное, да, вон? Вот это большие считаются. Они вкусные, что большие, что маленькие. Одинаково. Так, еще два гриба. В общем, сегодня пятница. И народу понаедет на выходные в лес. Ого-го. Так что надо сейчас брать. Так, вроде все, идем дальше. Так, это что у нас? Синявка. Или сыроежка, как по-вашему. Грибовница из них вкусная. Вообще, если из одних вот сыроежек сварить,
Ну а почему сырышка называется? Ее есть и можно сырую. Как-то мы в детстве пробовали. Ничего особенного. Но не умрешь точно. И вот из них очень вкусная грибовница. Вон что я хотел вам показать. Как-то в одном из видео в прошлый год я вам вот такие вещи показывал. Оленьи рога. Вот они тоже съедобные. Их можно жарить, варить, уху делать, уху грибовницу. Такого плана. Но я их собирать не буду. Мы сейчас не за этим приехали. Но имейте в виду, что они тоже съедобные. В принципе, без варки, без всего. Вот они. И вон там. Тоже вкусная зараза, как лисички. Ну, там другой вкус, конечно. Но такие же. Так, ищем дальше. Так, подошли мы к месту, где в тот раз я видел листички. Подросли они уже. Большенькие стали. Так, можно срезать. Сразу же их чищу. Ну что, сбор грибов, ребята, можно с охотой характеризовать. Также ходишь по лесу, выслеживаешь эти грибы. Конечно, сейчас охота другая. Сейчас прикармливают зверя, да отстреливают. Уже по следу за зверем никто не ходит. Не те времена. А грибы не прикормишь. Их надо выслеживать. О, сколько тут лисичек. Много. Хорошо в лесу. Комарики только кусают. Так, можно было еще чуть-чуть. Хотя чуть-чуть позже приедешь, все выберут. Один фиг сейчас надо сюда. И вот они тут. Средь черники усыпано их. Я не знаю, камеру-то не видно. Я пульт не взял из камеры. Посмотреть. Что там снимает-то хоть. О, сколько уже. Так, так, так. Вот, продолжу мысль-то. И грибы, их, конечно, не прикормишь. Их надо ходить. Ходить и искать. Где-то там я еще вроде видел. Вот они. Интересно. Собирать грибы. Грибы еще интересно. Что получается, что на кого-то грибы идут, да, как рыба, а на кого-то не идет. Вот это вот всегда мне интересно было. Ходишь с кем-нибудь за грибами, наберешь полное, он ходит, ничего не набирает, и все. Почему-то вот так, на кого-то идут, любят кого-то грибы, кого-то не любят. Ходите верьте, ходите нет, но так оно и есть. Красота. Красота. Зайчья кислинка, вон она везде. Как-то видео я в одном показывал. Кто-то орёт там. Есть и можно ее. Тут главное не спешить. При сборе лисичек. Вон они. Видно вам их? Обычно люди, как Коля Чемпион, бегают с металлоискателем. Также и за грибами бегают. Приедут, бегут, бегут. Куда бегут, хер знает. Все грибы пробегают. А идешь за ними спокойно. И полная лутошка наберешь грибов. Так, одну ягодку беру, другую в рот ложу, третью присматриваю. Ищем дальше. Подберезовик растет. Это болотный подберезовик. Ножка тоненькая. Таких полевых она толстая. Обычно мы такие вот сушить только берем. Грибовницу они невкусные. Не берем.
Еще поляночку одну нашел. Нарежем. Что-то даже не побрызгался. Маленький покусывает. О, вообще маленький. Также лисички очень вкусно мариновать. К хозяйкам там на заметку. Попробуйте их замариновать. Как обыкновенные грибы. Блин, такая вкуснятина. Это вам не маслята. Эти масленки тоже вкусные. Надо их перебирать, чистить долго очень. Так. Много нынче грибов. Очень много. Что-то отклонился от курса немного. Идем дальше. Стоит красноголовик. Возьмем для коллекции. Пусть будет. Тоже пожарим. Хе-хе. Крепыш какой, да? Берем. Так. Грязь нам ни к чему. Сразу же его обчищу. Не червивые. Лисичка. Берем. Так. Гриб покончил жизнь самоубийством. Ну надо же. Так, где-то я еще видел лисички. Вон там вроде. Вернемся. Где-то здесь они от меня прятались. Вот они. Не спрячетесь. Подарки дяди от дяди Лешего. А так не понравитесь ему, так он вас заплутает, дядюшка Леший, что не выбраться буду вам самостоятельно. Так, где исчезла? Столько маленьких грибов здесь. Наверное, маленькие брать не буду, а только большие, пускай растут еще. Другие грибников радуют. А? Какие красавцы. Смотрим еще. О, там вот такой красавчик стоит. Красноголовичек. Или подосиновок, как кому удобней. Сейчас мы его сорвем. Так, добраться бы еще до него. В лесу что главное? Не шуметь. Ой. Сломал камеру, походу. Нет. Ибо леший не любит, когда в лесу шумят. О, ребята, вот это да. Красавец. Что там? Лишнее уберем сразу весь мусор. Положим. В тот раз я тоже делал. Я не знаю, наверное, показал уже вам жареху. Лисички и красные. Вкусно получилось. Луку еще добавил. Можно с картошкой. Кому как удобно. Хе-хе-хе, ребята, еще двух грибов нашел. Смотрите. О, стоит клопик. И вон еще один. Красавцы. Только полезли. Сейчас мы их с вами соберем. Ой. Придется и красное брать. Ну, грех так и оставлять грибы. Что-то, если сами идут в руки.
Много знаю людей, параноиков, в плане, какие параноики, что они грибы, любые. Так, давайте тут сначала соберем. Что? О, тут еще даже один. О, ребята, тут смотрите, вон еще их. О, в плане параноики, что они отваривают, даже красные. Конечно, этого не стоит делать. Поверьте мне, деревенскому жителю, это съедобные грибы. Есть условно съедобные, а есть вообще не съедобные. Вот лисички, они почему-то в энциклопедиях к условно съедобным, хотя они полностью съедобные, я их тоже никогда не отвариваю. Почему? Потому что вкус грибов сразу же пропадает. Это вам не опята какие-нибудь там. Они и так, во-первых, отушатся, из них вода вся выходит, все выкипает. Да и какой там яд? Что вы, это же грибы. Ребята, это понятно, если вы там поганки всякие собираете, тогда да. Чё, я думаю, хватит. Куда мне много грибов-то? Ага, вылазь давай. О, ребята, смотрите. Вот это да. Красное долго хранить не надо, они чернеть начинают. Почистили их и сразу же домой везите. Ну, что-то у меня лисички на красный сбор начался. Вот такие дела. О, больше килограмма уже грибов. Я думаю, хватит, наверное, да? На сегодня. Что, ребята? Вот улов мой за полчаса. Меньше часа я, наверное, походил. Грибы я впрок никогда не собираю. Только на раз пожарить. Потому что мы в деревне живем. Куда нам? Сходил в лес. Да и не еда, это так, баловство. Заготовка начнется осенью. Но я не заготовлю, говорю. Так вот, лися поесть и набрал. Быстренько. Все. Как приготавливать, я вам показывать не буду. Соответственно, я показывал в том видео. Там ничего сложного нету. Просто сегодня решила взять с собой на грибную охоту. Вот такая она есть, грибная охота. Интересно. Познавательно. Спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте грозные лайки, пишите комментарии. Увидимся. Всем пока. Сегодня пришла, ой, подарили подарка. Это как хоть называется-то? Ром. Ром, да. Коля нам опять подарил. Сейчас Коля будет пить. Стакан не взял, как обычно, из горла отказываться. Пользуясь случаем, передай привет всем подписчикам, Николай. Передаю привет. Ну давай, что, пей. Выпью за ваше здоровье. И за хороший коп. Не мусори. Все, это разве мусор? Ну давай скажешь хоть как-то. Не тяни. Замечательно. И... О! Я уже не пью по полстакана-то, Коля. Так это же ром. И чё? Ты сколько налил-то, с ума сошёл? Чё? Да, сейчас Коля-то обратно понесём. 37. Алкоголь.